так шатается. Я, конечно, понимаю, что дальше земли я не уходу. Приветствую всех. Меня зовут дядя Митя. И мы сейчас по Воронежской области ездим и ходим по висячим, или как это называется, про подвесным мостам Воронежской области. Через речки. Вон там река у нас начинается. Кстати, да, вот она прям. Да. Они как-то острова, которые мы видели. Да. Блин, это все воды. Да, что такого-то? Пошли. Ай, не хочу, пошли. Через воду уже страшнее идти. Почему? Потому что она движется в течение. И такое чувство, вот ты сам двигаешься в этот момент. Хотя ты стоишь на месте. Кстати, мне кажется, здесь, вот в районе воды, мост менее устойчив, что ли. Больше шатаешься. Ну, тут, смотри, уже немножко прогнили опоры. Эй, давай меня не этого, не пугай. Да. Прогнили. Прикольные такие подвесные мосты. Опять на бок заваливается. Ладно, тебе все нормально. Там вон опора идет. Нам еще обратно будем идти. Кстати, он довольно длинный мост. Не знаю, сколько, 200 метров, наверное. Да. Мы находимся в селе Стрелица в Воронежской области. И решили себе устроить выходной день, прогуливаясь по подвесным мостам. Нет, он сам прыгает. А он, видишь, он практически лежит. Вот если обратить внимание, он шевелится. Провисает? Да. Прикинь, сколько ему лет? Ну, не знаю, он довольно ржавый. Его, наверное, как-то там подтягивать, на, блин, как он прыгает, как на пружинной кровати прям. Все, Юля уже осмелела. Да. Да. Мы воду прошли. А, то есть вода была самая страшная. Да. Ясненько. А какие запахи здесь? Ты как-то чувствуешь, плачет? Да. Ну а что, тепло сегодня, хорошо. Жаркая погода, и мы наконец-то в тортах. Да. А вот и вышли на другой берег. Не, круто вот так погулять. Подвесной мост мы просто сравниваем, в Абхазии были. Мы прошли, наверное, даже начало не смогли пройти. Но он был сделан из досок и как-то не внушал уверенности. Здесь как-то все-таки сделаны железо, канаты стальные. Вроде бы все-таки... Да, опоры стоят. А да. Там вот ты идешь, у тебя бурлящий поток воды под тобой. Конечно, у тебя будет страшно. У меня коленки тряслись. У меня даже фотография смазанная получилась, потому что коленки трясутся. Нет, я думаю, тут все разливалось. Не знаю, такая бетонная огромная опора стоит. А при въезде в Стрелицу вас встречает вот такое замечательное здание. Это ДКшка, дом, дворец культуры. К сожалению, вот такие вот величественные здания, как ДК, да, Дворец культуры, у нас почему-то в России никому не нужны, и они, как правило, заброшенные становятся. А так там довольно-таки, я думаю, красивые, круто смотрится. Просто мне рассказывали про одно ДК, ну, Дворец культуры. Говорят, там свадьбы раньше были, и заходишь, там встречает большая хрустальная люстра. И все сделано довольно-таки красиво, классно. Приехали мы ко второму мосту подвесному. Он уже сделан из дерева. Смотрите. Он тут железные канаты. Ё-моё. Поэтому уже... Коленки начинают трусить. Страшно. Да, особенно когда видишь, как под Димой прогибаются доски. А вон там вообще нет впереди доски. Ребят, тут... Доску забыли или украли. Я боюсь, она просто провалилась.
Вот это у нас сегодня экстремальный выпуск, я бы хотел сказать. Блин. Ой, я не пойду дальше. Судя по тому, насколько они... Да. Какие-то они прям тут... Ну, а представляешь, люди вот так вот за молочком, надо сходить. Или за пенсией. Бабушка какая-нибудь старенькая. Бля, мне очково, если честно. Я что-то, наверное, дальше сам не пойду. Или пойду. Ты не идешь? Нет. Не-не-не. Я очень люблю свою жизнь. Очень страшно. Он шатается, он в канатом. Не, я вообще не представляю, блин. Вот ты такой, блин, схожу за пенсией, ё-моё, чё мне тут? Через подвесной мост пойти. Блин, я уже очкую. Нет, это, блин. Тем более тут еще этих ограждений нету. Не, я вообще, я не пойду. Я очку. Не-не-не, все. Все, ребят, я возвращаюсь. Все-таки не покорил я этот мостушку. Обратно как-то уже не так страшно идти. Ну, конечно, там все, ребят, к сожалению, очень-очень-очень. Смотри, какой. Не, я понимаю то, что можно пройти через него, но, блин. Ну что, ребят, увидел то, что толпа людей идет, причем смело, вообще не боязнь, ничего. Но я думаю, то, что... Да, дети даже подпрыгивали на нем, так что я думаю, что я очкун, что ли? Сейчас покорю этот мост, туда-обратно схожу. А если что, будет контент прикольный, если я упаду. Ну не, если бабушки шли. Все. Просто главное не бояться. Вот я уже на середине, а то шел, блин. Мне самое главное увидеть то, что люди ходят. Но я бы вот так вот за пенсией бы ходить бы не хотел. Или за продуктами питания. Туда-сюда. Раз. Все, прошел. Блин, ну. Че, Юля тоже решила пройти? Все. Прошли. Нет, страх он, конечно, есть. Но когда видишь то, что люди ходят по нему, и страх улетучивается. И вот мы приехали к третьему подвесному мосту в нашей сегодня экскурсии. Он находится в городе Семилуки. Ну, если точнее, то между селом Старое и Семилуками. Ну, этот мост деревянный, тоже такой же, но сделан более-менее качественно. Его местные ремонтируют, так как говорят, что он используется у них. Блин, я не пойду дальше. Это как, походу, они его не ремонтируют больше. Вон люди пришли. Мы знаем, когда. Я не пойду дальше. Я боюсь. Ты боишься? Да, я боюсь. Там что-то вон там железячка мотается. Отсутствует сколько досок. Ну как надо все
Вы уж извините, но я очкун все-таки. Я соглашусь с этим. Это сложно, очень страшно. Я не представляю, вот как они сейчас с велосипедами переходят. Я вот сейчас заснял, это просто жесть. Я в жизни бы там не пошел. Я бы лучше проехал 30 км бы куда-нибудь в другое место. Но здесь бы я не пошел. Нет. Так, едем к четвертому. Ну что, ребят, приехали мы к последнему мосту нашего сегодня мини-путешествия. Ну не как мини, максимальное путешествие. Это подвесной мост. Вот такого вот плана. По этому мосту, я думаю, мы уже не очкуем идти, так как он не болтается. И очень похож на мост, который находится на придаче у нас. Точно такой же подвесной мост, то, мне кажется, один в один. Только тот, ну, как асфальтный. А высота здесь большая. Это самый первый мост, начинает, да? Да, с устья реки Девица. Здесь на машине проехать нет возможности, потому что все равно палки гнилые. Я думаю, можно здесь потерять будет свою машинку. А также... Шатается. Да, он и тот шатается. Представляешь, на нем ехать? А вот там у нас река Девица. А примечательный это мост тем, что здесь находится усадьба башкирца. Но она в заброшенном состоянии. Никто ее почему-то не хочет реставрировать. Ну, есть какие-то попытки реставрации, я смотрю. Вон там вот новенький кирпичик. Я думаю, ее не реставрируют по причине того, что башкирцев был обычным предпринимателем в нашем городе. Единственное, почему его все знают, он был женат на сестре Кольцова. А все знают, у нас конфеты Кольцова. Не, попытки реставрации были какие-то предприняты. Ну, дача башкирцев, да. Ну, попытки были, и по ходу дела все. Попытки на этом исчерпали себя. Много у нас таких дач, усадьб, которые не хотят реставрировать. Потом они разваливаются, разрушаются, а потом их сносят, и все. Можно подняться. Ну, усадьба, она есть усадьба, она... Как все они были, усадьбы, наподобие. Двухэтажная. Не, прикольно здесь. Здесь ели такие растут, многовековые. Не знаю, ну довольно-таки старые уже. Вот тут подвал, есть довольно глубокий подвал. Смотри. Ну тут же, видишь, она на пригорке стоит. Ну да. Да. Как это, засыпанные города России. Но на самом деле она на пригорке стоит на таком. Эхо. Всякие. Художество. Да вот, мы ходим по какому-то подвалу, смотри. Да вон оно. Укрепили. Да мы по подвалу ходим. По подвалу. По первому этажу. По первому этажу. Еле, прям как будто прям реально на юге на каком-то находимся, да? Да. Не, посмотри, какая красота. Помнишь, в Абхазии, когда мы были на даче Сталина, нам показывали, что с балкона открывался вид на обычные деревья. Ну, и да. Когда Сталин показывал эти деревья кому-то из своих подчиненных, то люди сразу понимали, что они едут в ссылку куда-то. Куда-нибудь в Сибирь. Ну, понятно. Классно, мы сегодня погуляли. Всем советую. Маршрут можете проложить. Оставлю координаты. Как вы можете также прогуляться, как и мы сегодня, и завершить сегодняшнюю поездку возле этой как бы хорошей дачи башкирцева. Ну, возле самого крепкого моста из нашего путешествия. Да. Но по третьему мосту мы даже не решились пройти. Так, ну что, ребят, кому понравилось видео? Меня зовут дядя Митя, я Юля. Всем удачи и пока. И обязательно подпишись на меня. Все, пока.